сочные ягодки съест у нас Маркуша. Да, Маркуша? Да. Безотходное производство. А если вдруг не съест Маркуша, то там всегда есть дядя Саша. Вот тут совсем безотходное производство. Итак, мы вакцинировались, все живы-здоровы, едем обратно на работу. Это мы будем делать сюрприз нашей Ирине Олеговне. Сегодня у нас день рождения Зиры Урс. Так, мы приехали до работы, будем на букетик. Пока, все хорошо чувствуют. Все пока, да, все хорошо чувствуют. Oh,